Приятный сюрприз ветеранам подготовила крупнейшая ресурсосберегающая компания края. В преддверии 9 мая героев Великой Победы поздравила компания «Ставрополь Энергосбыт». Ее сотрудники пришли в гости к ним с цветами, подарками и теплыми словами. О предпраздничной акции расскажет Александр Григоров. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемый Алексей Георгиевич. Разрешите вас поздравить с Днем Победы. Сказать вам большое спасибо за то, что сегодня у нас есть такая возможность смотреть на мирное чистое небо. За это мирное чистое небо тогда, в кровавых 40-х, сражался и Алексей Асеев. На своем танке он освобождал от оккупации Украину, а затем проехал половину Европы. Говорит, такое внимание прибавляет сил и энергии. Приятно. Интересно бы, конечно, встретиться, понимаешь, так, но никого здесь нет. Гости дарят ветерану цветы, подарки и делают фото на память. Это уже стало доброй традицией. Сотрудники компании «Ставрополь Энергосбыт» каждый год в преддверии 9 мая навещают и поздравляют ветеранов. Оказать знаки внимания – это дело чести. В очередной раз мы поздравим наших ветеранов, пожелаем им здоровья. Ради Бога, пусть они будут с нами как можно дольше, потому что благодаря их вкладу в свое время – сегодня вот у нас ясное, чистое небо. В этом году энергетики навестили 45 ветеранов. 35 в краевом центре и 10 в Ессентуках. От всей души хотим вас поздравить с этим светлым праздником, Днем Победы. Спасибо вам огромное, что вы для нас сделали. Примите наши скромные подарки. Большое вам спасибо. Бывшему военврачу Александру Ивановичу уже 98. Таким гостям он всегда рад. То, что не забывает, признается, продлевает жизнь. Именно поэтому свою акцию «Ставрополь Энергосбыт» будет продолжать. Чтобы они понимали, что те годы трудные, они не прошли просто так, они не зря. Они почитаемы, уважаемы и всегда будут помниться в будущих поколениях. «Ставрополь Энергосбыт» – крупнейший поставщик электроэнергии на Ставрополье. Сотрудники компании говорят о себе с гордостью. «Мы делаем мир светлее, а жизнь ярче». Это могут подтвердить и ветераны, которых поздравили в преддверии 9 мая. С Днем Победы! Александр Григоров, Константин Шаляпин, Ставропольское телевидение.